мы открываем лабораторию, не класс, не мастер-класс, да, а такое творческое пространство, в которое приглашаем всех, кто интересуется движением и танцем. И заниматься мы будем дважды в неделю, по вторникам и пятницам, на нашей базе в йога-студии «Орион». Хочется сказать, что техника движения и танца, в общем, это не бренд. Это просто возможность нашего тела двигаться на основе его анатомического строения и условий влияния окружающей среды. Поэтому говорить о том, что существует техника contemporary dance, это неправильно. То есть contemporary dance technique doesn't exist. Contemporary dance – это некий пласт, в котором некая umbrella, зонт, в котором развиваются все формы движения и танца после того, как они восстали против догм классического балета. Вот и все. Конечно же, мы будем заниматься аспектами некой техники, да, если это можно, или там некого способа использования нашего тела эффективно, без напряжений и в соответствии с нашим анатомическим строением. Второй очень важный аспект – мы будем заниматься практиками освобождения тела от напряжений. Для того, чтобы тело двигалось универсально, эффективно и, скажем так, красиво, то оно должно быть очень свободно, оно должно быть свободно от телесных зажимов. Мы будем работать с этими практиками через движение, через звук, через речь. И мы будем очень много уделять внимание импровизации, то есть возможности структурировать собственные внятные телесные высказывания и эти высказывания вносить в некое пространство. То есть таким образом импровизация у нас будет завязана с некой зоной композиции. Это уроки для взрослых. Для взрослых, причем они будут, с моей точки зрения, интересны как людям, которые занимались, которые не профессионалы, так и многим украинским танцовщикам, которые занимаются какими-то другими, там, я не знаю, техниками, да. И, конечно же, мы будем выстраивать эту лабораторию таким образом, чтобы каждый наш урок, скажем, строился вокруг некой темы. Вот, например, сегодня мы работаем с осью тела. Мы начинаем понимать и телесно осознавать, что такое ось тела, где она проходит, как она проходит. Да? Завтра мы работаем с центром тела. Послезавтра мы работаем с периферией тела или с конечностями, другими словами, руками и ногами. Таким образом, вот такой углубленный подход на одном уроке к какому-то одному аспекту движенческому, да, будет способствовать тому, что наше осознание вот всего, что происходит, будет каждый раз освобождать нас, да, от каких-то внутренних зажимов. Я не хочу назвать это там телесной терапией, поскольку я не занимаюсь телесной терапией в чистом виде. Мы никого не лечим. Просто мы хотим предложить формат, который позволит вам узнать ваше тело лучше. И поверьте, ваше тело вас удивит, потому что в нем скрыты неограниченные возможности. Мы открываем наш сезон в пятницу, 6 сентября. И это такой Open Dance Day с другими танцами. Этот опыт у нас будет происходить на нашей базе в йога-студии «Орион». Наше занятие будет начинаться в 6 часов. И этот формат мы сделали детско-взрослым. Поскольку очень многие родители других танцев заинтересовались, да, этой движенческой лабораторией, поэтому мы приглашаем всех взрослых с детьми, детей со взрослыми, взрослых без детей и детей без взрослых, для того, чтобы разделить с нами этот движенческий движ, да, такой движенческий драйв. Дресс-код очень спокойный, свободный, мягкий, легкий, позволяющий двигаться. Мы танцуем босиком, можно в носочках приходить. А со следующей недели, со вторника, вот мы начинаем уже занятия нашей лаборатории, которая ориентирована будет только на взрослую аудиторию.